У вас достаточно энергии и концентрации, чтобы бороться с ежедневными трудностями? Здравствуйте, я Луиджи Граттон, вице-президент компании Гербалайф по вопросам образования. Поздравляю, вы подошли к концу программы. Что же дальше? Об этом в сегодняшнем выпуске. Догадываетесь вы или нет, но сегодняшняя тема крайне важна абсолютно для всех. Как оставаться активными? Неважно, сколько вам лет – 20, 40 или 60. Пора задуматься о состоянии сердечно-сосудистой системы. Оно влияет на ясность мыслей, способность противостоять стрессам и жизнедеятельность в целом. Существует несколько вещей, которые вам просто необходимо сделать частью своей жизни для поддержания хорошего состояния сердечно-сосудистой системы. Например, энергичные прогулки, приседания, небольшие тренировки для контроля веса, плавание и катание на велосипеде. Занимаетесь вы спортом или нет, есть вещи, которые необходимо делать каждый день. Пользуйтесь лестницей вместо лифта. Небольшие расстояния пройдите пешком или проезжайте на велосипеде, вместо того, чтобы преодолеть их на машине. Или выходите на долгие прогулки с собакой. Полезно будет даже несколько раз в день просто размять ноги. Вот несколько советов, которые помогут вам оставаться активными. Составьте четкий план действий. Если вы решите просто делать упражнения или лучше питаться, вероятно, что вы не достигнете ожидаемого результата. Все потому, что делать упражнения – это нечеткий план. Выкроите 25 минут, чтобы каждое утро разминаться, прогуливаться, бегать и так далее. Эффективный способ изменить образ жизни – это внести перемены в ваш ежедневный распорядок. Например, если вы хотите снизить вес, то замените 1-2 приема пищи в день белковым коктейлем. Награждайте себя за успех. Если вы достигли своей цели, сделайте то, что давно хотели сделать. Но не сведите на нет все свои труды. Вместо того, чтобы накинуться на нездоровую пищу, сходите в кино или побалуйте себя посещением спа-салона. Мой личный секрет – это высыпаться и завтракать правильно. Именно это поможет вам подготовиться к насыщенному событиями дню. Если вы собираетесь и дальше оставаться с нами на группах поддержки, то вам следует оставаться активными. Поддержите свой активный образ жизни и начните день с правильного завтрака. Коктейля «Формула-1», напитка «Herbal Aloe» и чашки чая «Thermogetics». Чтобы узнать больше о том, как продукты Гербалайф могут помочь вам оставаться активными, свяжитесь со своим консультантом по питанию. Наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Я, Луиджи Граттон, желаю вам оставаться здоровыми и активными, а также использовать продукты Гербалайф, чтобы сохранить результаты, которых вы достигли на группе поддержки.